торжественные линейки, цветы, слова благодарности и поздравления. Почти 5000 вологодских педагогов отмечают сегодня свой профессиональный праздник – День учителя. Лучшие из них получили награды из рук главы города Юрия Сапожникова. Но у всех, без исключения учителей, праздничный день начался у школьной доски. На их уроках побывали и наши корреспонденты. Мы продолжаем математическую разведку. И следующее задание мы с вами будем выполнять на компьютерах. Этим первоклассникам не впервой работать на компьютерах. Они уже знают, что такое и компьютерная программа, и цифровой файл. Учатся в информационном классе. А помогает малышам освоить информационные технологии Елена Люрина. Уже 13 лет она в профессии и ни разу не пожалела о своем выборе. Преподавать – мечта детства. Расти в профессии – стремление сегодняшнего дня. В копилке педагога 8-й школы уже есть звание «Учитель года 2015», премия имени Петра Колесникова, а в этом году Елена Николаевна вошла в топ-1000 лучших учителей страны. Попасть туда, если честно, это очень трудно, потому что мало человек уходит из области, да, только 8 человек из области попадают в этот рейтинг, но это каждый год. Но для того, чтобы туда попасть, в первую очередь нужно работать. Работать и самое главное работать именно с детьми, добиваться результата. И самое главное, что добиваться не только своего результата, а именно добиваться результата детей. И ученики Елены Николаевны действительно добиваются успехов. Отличные отметки не только в начальной школе, но и в старших классах. Но самый главный результат – ребята любят своего учителя и за доброту, и даже за строгость. Елена Николаевна добрая, хорошая, но лучше всех учителей. Добрая, но бывает иногда, когда некоторые не слушаются дети, бывает иногда, что сердится. Но это не часто происходит. Елена Николаевна, она красивая и добрая. Сегодня Елена Люрина принимает поздравления от своих учеников и их родителей, как, впрочем, и все педагоги города. Торжественный вечер в честь Дня учителя прошел сегодня во Дворце творчества детей и молодежи. 35 лучшим представителям профессии глава Вологды Юрий Сапожников вручил награды, в том числе почетное звание работника общего образования Российской Федерации, почетные грамоты Миноборнауки, грамоты и гранты главы города, премии имени Петра Колесникова. Когда мы сегодня говорим об особых успехах наших выпускников, которые завоевывают призовые места на различных олимпиадах, конкурсах, получают золотые медали, поступают в престижные вузы страны, в этом, безусловно, ваша заслуга. И с этой точки зрения труд каждого из вас – это громадная инвестиция в будущее Вологды, Вологодской области и России в целом. Хочу сегодня пожелать вам от всей души благополучия, крепчайшего здоровья и успехов в вашем нелегком, но очень нужном труде. В 42 школах Вологды работает около 2000 учителей. Кроме того, этот день празднуют воспитатели и педагоги дополнительного образования. В общей сложности более 5000 человек. Труд их действительно невозможно переоценить, ведь именно они открывают перед ребятами новые горизонты. Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда Портал.